Друзья, всем привет! Вы на канале Деревня Утро Нового Дня или просто деревенская жизнь. Заказали тут на днях дров. Ну, соответственно, они, конечно же, сырые. Цена у нас нужна на телегу дров на 5 кубиков 8 тысяч. Причем осенью еще было 7,5, а сейчас 8 тысяч. Чем обусловлено подъем цены? Тем, что у нас сейчас как бы программа-то идет газификации России полностью всех населенных пунктов. Ну и, соответственно, до нас это тоже дошло. Хоть наша деревня на таком отделении, на большом отдалении от города находится, но все же соседние поселки большие, там газ есть. Соответственно, к нам подвели ветку, бросили. Поэтому, раз сейчас большинство домов газифицированы будут, спрос на дрова будет меньше. Ну, соответственно, логично поднять на них цену. Но это ладно, это я так, предисловие, что, чтобы как-то что-то рассказать на канале, а то как-то не совсем будет, наверное, интересно сразу схватился тут за дрова и начал колоть. В общем, 5 кубиков дров, дрова сырые. Точку, как правило, уже вот не закинешь одни сырые, не растопишь. Я беру сухие дрова, у меня там поленница есть. Сухих положу, как правило, вот такие растопил, а потом сырые беру вот так. Мельчу их. Вот примерно вот так вот, вот. Чтобы не сильно они были толстые. Потому что если топку в огонь закинешь сильно толстые сырые, то у них по головешке остаются, не прогорают. Ну, как бы, что тут об этом говорить. Не Америку открываем. Итак, всем это известно, понятно. Но это так, к слову. Вот и все. Беру вот так, мельчу, вкладываю. Даже поменьше, ничего страшного. Прям поменьше делаю, чтобы они хорошо вам выбрались, хорошо горели. И все. Если много, сейчас вот будет, накалю слишком много, у меня там за печкой есть пространство хорошее. Туда прям за это пространство закладываю несколько охапок. Охапки там 3-4. И все, и они у меня где-то там за 3 дня высыхают полностью. Ну и, соответственно, все, и, пожалуйста, готовые сухие дрова. Их прям на растопку вообще идеально. То есть вот так все это дело. Либо сушим их, эти дрова, возле печки, за печкой, либо же в печку докладываем, топим печку. Okay.